Приветствую вас на своем канале. В сегодняшнем видео мы с вами поговорим о пряже фирма Ланоса серия Альпина 340 метров в 100 граммах. Это полушерстяная пряжа. Здесь 20% мохера, 20% альпаки и 60% дралона. Как вы уже поняли по составу, состав входит мохер, значит она вот такая вот ворсистая. В принципе, пряжа довольно-таки интересная, в меру такая вот ворсинистая. Мне понравилось, честно говоря, с нее вязать. Рекомендуют номер спиц производитель 3,5-4. Здесь, в принципе, я пряжа этой вязала лицевую гладь тройкой максимально. И если будете вязать более такие вот ажурчатые вещи, с дырочками, скажем так, с накидами из спиц, то, в принципе, тройку с половиной можно использовать. Четверкой, честно говоря, я не представляю, как с такой пряжей вязать. Она довольно-таки тоненькая. Вот, что разве какую-то хотите очень такую нежную паутинку по типу палантина, какого-то такого очень-очень нежного. Крючка, к сожалению, производитель не рекомендует, но вязала я из данной пряжи троечкой и тройкой с половиной. В принципе, ажуры получаются интересные, тройкой можно вязать столбики с накидом, вот, и, соответственно, тройка с половиной ажуры отлично подойдет. Вот, я вязала из данной пряжи палантинчик, и вот такой вот интересный цвет. У меня получается такой вот нежный пион, 932 цвет. И в соответствии как бы вида пряжи на цвет, скажем так, и на ощупь, в принципе, мне очень даже понравились. То есть получается такое что-то нежное, ажурчатое. Вот, ну, честно говоря, подойдет для демисезонных вещей, очень отлично подойдет пряжа для палантинов. Честно говоря, шапку, аксессуары такое я не вязала, а вот именно я ее использую как вот для палантинов, каких-то нежных, возможно, бактусов, либо шарфика, вот что-то такое интересненькое. Вот, в принципе, подойдет такая пряжа и для зимних шарфиков, потому что очень является такая вот теплая, и состав у нее довольно-таки интересный. В принципе, данную пряжу я использовала, и в дальнейшем, думаю, буду из нее вязать. Вот, конечно же, кто что вязал из данной пряжи, оставляйте в комментариях. Также подписывайтесь на мой канал, кто еще не подписан, ставьте лайки. Спасибо, что остаетесь со мной. Всем хорошего настроения, ровных петелек. Пока-пока!